Талантливые ученики начальных классов школ города показали свои творческие способности. В образовательно-досуговом комплексе «Кайнар» собралось 350 конкурсантов для участия в «Балапан-2017». В этом году ежегодный конкурс детского творчества отличился от предыдущих. Он приурочен к значимой дате – 60-летию Экибастуза. В конкурсе принимают участие учащиеся начальных классов, первых, вторых, третьих, четвертых, в различных номинациях. Это художественное чтение, вокальное мастерство, хореографическое искусство. Все дети красивы, талантливы. Мы желаем всем успеха! Ученица 35-й школы Аим Кусейнова принимает участие в конкурсе в номинации «Вокал». Как говорит Аим, занимается она пением с 8 лет. Я рада, что участвую и надеюсь, что займу хоть какое-нибудь место. Со мной сегодня учительница Татьяна Николаевна, мой руководитель, и родители. Я буду петь песню «Айналайн». В завершении конкурса были оглашены победители. В номинации «Художественное чтение» лучшими стали Дарина Банбан и Ксения Нижегородова. Гран-при у трио «Кайсар» с 22-й школы. А первое место в хореографии разделили ансамбли «Нас» и «Непоседы».